На русском острове прошел финал индор-триатлона. Это первый этап Азиатско-Тихоокеанского суперкубка по триатлону. Соревнования проходили 7 и 8 мая. Первый день был посвящен детским стартам. Во второй день силами мерились опытные спортсмены от 18 и старше. Индор – это один из самых захватывающих видов триатлона. Он требует от участников выносливости, силы и ловкости. Его особенность в том, что все этапы проходят в помещении – в бассейне, на велосипедных станках, в манеже или на беговой дорожке. Индор-триатлон популярен во всем мире. Он помогает развить выносливость, силу и ловкость, а также улучшает работу сердца и дыхательной системы. Одним из преимуществ индор-триатлона является то, что он может быть проведен в любое время года и при любых погодных условиях. В Приморье организаторы соревнований серьезно подошли к вопросу и не только провели старты на очень высоком уровне, но и организовали прямую трансляцию. Все участники были очень мотивированы и стремились к победе. Первый этап завершен, и началась подготовка ко второму этапу суперкубка – «Акватлон Владивосток-2023», который состоится 24 июня.